Значит, не иди туда, куда ведет дорога, иди туда, где дороги нет, и оставь свой след. Оставь свой след в Hearthstone, дружище. От War Generation. Полтишок залетел. Спасибо большое за поддержку, War Generation. Странная такая штука. Обычно туда, куда... Так, кто у нас? Жрец. Беча. А, кстати, против жрецов я еще не играл. Золотой прист. Я думаю, это обмаз жрец. Поэтому на всякий случай оставлю блок щитом, мощный удар ком... Не-не-не. Мощный удар-то можно оставить, а мощный удар щитом тоже можно оставить. А вот блок щитом... Конечно, это хорошая комбо на четвертом кристалле. Убью этого. Лупня. 4-7. Монетка, слава богу, у меня. То есть я не напарюсь на... Кто-то ранен. Коин. Комбо. Так, здесь пропуск пока что. Фух, страшно что-то вообще. Сейчас, скорее всего, рубака Into Healing круг, круг исцеления. После этого я делаю мощный удар казнь. Это первого рубаку мы убили. Первого рубаку мы убили. Возможно, следующий ход коин-дракон просто. Если сейчас пустой ход у него, а это вполне вероятно, потому что он агрессивно мулиганил на поиск имба-комбы. Давай коин-дракон, ладно. Комбо с сослужителем боли появилась, но она сейчас не нужна, пока Окинайка жива. ПВШ. Ага. 3-7 плюс хил, теперь 3-3. Пиромант. Так, само собой, все это гуано мы попытаемся принять. Что-то я потею. Что-то я потею. Вихрь, вихрь. Акалит, вихрь, вихрь, говно. Что же теперь? А вот мощный удар щитом, это шикарно. А зачем мне прям вау, мощный удар щитом? Мне просто арморчика хватит. Мощный удар щитом нужен, чтобы я, чтобы он карт не дроунул. Чтобы он карт не дроунул, чтобы он карт не дроунул. Чтобы он карт не дроунул, чтобы он карт не дроунул. Неправильный порядок. Тупиш. Тупиш. Откровенно говоря, тупиш. Чё-то я потею, чё-то я потею. Подмышки потеют у Дреда. Только с Hearthstone, только победа. А, нет, там не у Дреда. Ладошки потеют. Ладошки, конечно же, ребят. Не подумайте всякой фигни. Грязи. Грязи. Не надо грязи. Не надо грязи. Просто не надо грязи. Скотина! Может...
Можно дать ему одну карту. А какой альтернативный вариант? Просто ни хрена... Нет, я ему не могу ни хрена не дать, правильно? Да, давайте смиримся с тем фактом, что ни хрена ему не дать, я не могу. Просто вот, simple as that. Тогда, как мы играем? Тогда мы делаем вихрь. Ну тогда со служителем боли, конечно. Чего ж тут лукавить? Акалит. Вихрь. Убили няку. Вторую няку поставили. Если я не могу не дать ему карту, то я делаю вот так. И где ты был? И где ты шарахаешься? Вот ты пес кривой. Один ты бы мне сейчас тут всю игру выиграл. Лупень лысый. А прикиньте, сейчас солью из-за того, что... Прикиньте, сейчас солью из-за того, что у меня Сильвана, а не... Окей, 2-2, 1-2. Разменивается, хорошо. Вот это будет балямба. Так... Так. Вот это я сыкую здесь. Дракон, внутренняя ярость. Тут, кстати, ШВД, скорее всего, будет. Чего ж тут лукавить? Барона Гидеона можно отдать, пока, ну, пока не майнд контроль. Ну, ШВД и ШВД, что я могу сказать? Там оно, между прочим, одно должно быть. Я должен сделать выбор, может. Это нормальный ход, не самый суперский, но он что-то может. ШВД пошло. Освященный огонь. ШВД решил не тратить на этого чувака. Ну, знаете. Горе хавал инстант вообще просто не раз, без размышлений. Очень много урона уже наполучал. Сейчас могу уже того прочалиться хорошенько. Рагна, да, я ждал тебя, друг. 4 урона. 4 хп. Ошибка. Надо же было вихрь сделать. Уже поздняк. Поторопился-то как дурачок. Сейчас вихрь-то все равно придется делать, чтобы вылететь из рейнджа второго прохила. Ладно, перенервничал что-то. Финальная игра мне тяжело далась. Интересно.
Интересно. Вилен слом мозга? Да нет, такие присты такой не катают. Это обмаз прист. Нормальный, обычный обмаз прист. Надо подумать. Под кольцо поставился. В смысле, под какое кольцо? Я всегда под кольцом был. Да я налошил этот ход, это просто провал. Божественная кара, плюс один армор. Холи Нова. Типа, чтобы мало армора было, я понял тебя. Хочешь поиграть с огнем? Честно говоря, вообще ноль желания. Значит, если он упрет майнд-контролем... Громашика. Если парень упрет майнд-контролем Громаша, я проиграю. Ну, кстати, если майнд-контролем упрет Сильвану, я тоже проиграю. Но тут у меня хотя бы шансы есть. Появляются, точнее. Поэтому я спокойнейшим образом... Ну, риск велик, конечно, но что поделаешь. Я думаю, сейчас подхилит меня. У меня нет времени на... Сильвана на Сильвану. И ШВД. Своей Сильваны, правильно. Фюр мою Сильвану. Так, блок щитом. Хорошо, будем хардвей это делать. Блоки щитом слиплись, сойдет. Каркрон. Значит, ШВД оба выбили? Или нет? Нет, только одно ШВД выбили. Сильвану выбили. Мои глаза всегда открыты, окей. Мне бы сейчас Алекстразу. Алекстраза, 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 давай, ты уже должна прийти. Алекстраза, Алекстразу, Алекстразушка. Пора, пора, бро, пора. Давай, Алекстразонька. Давай, хорошая. Да я все равно буду его, я все равно это буду разбивать. Алекстраза. Саша, ты сейчас вот совсем грязишь. Ой, я хочу хайлайт. Насрать на то, что я грижу. Я хочу хайлайт. 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 МК, 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 братан, МК, майнд-контроль, вот тут девочку, да, смотри на нее, ты хочешь ее себе забрать, это обмаз прист, там, да, да, смотри на нее больше, она вся твоя, забирай, 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 нет, нет, только не БГХ, а манипулятор. Такой, 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 такой. Черт, это же еще не Лего. Фу. Пойду подышу, пойду подышу, пойду подышу, пойду подышу, ой, пойду подышу. Ой, пойду подышу.